По сценарию учений бак, где хранится дистопливо, был поврежден, в результате чего и произошла утечка. Ни пожара, ни пострадавших не было, поэтому на развертывание специального комплекса по ликвидации разлива нефти, устранение чрезвычайной ситуации, а именно сбора горючего и перекачку его в резервуар, потребовалось меньше получаса. Спасатели уложились в нормативы. Работу оценивали по нескольким критериям: за сколько минут дежурная группа прибыла на место, сколько понадобилось на установку оборудования и, собственно, на само устранение ЧП. Ну а также смотрели на профессионализм и слаженность отряда. Ликвидация производится горючих веществ, что является само собой опасным предприятием. Спасатели подготовлены именно по ликвидации разлива нефтепродуктов. Работу оцениваю хорошо, сработали грамотно, профессионально. Проводятся командно-штабные учения ежегодно. Они нужны как для самих спасателей, чтобы они узнали территорию режимного предприятия, отработали свои навыки, так и для самого объекта. Ведь в случае настоящей, а не учебной чрезвычайной ситуации, безопасность на теплоэлектростанции должны обеспечивать именно спецслужбы.